Карачаево-Черкесия – абсолютный лидер в России по производству минеральной воды в 2023 году. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Семрезов. Согласно данным государственной системы маркировки «Честный знак», Карачаево-Черкесия заняла почетное первое место среди всех субъектов России по производству минеральной воды. Всего за этот период в республике произвели 531 миллион литров минеральной воды, что на 194 миллиона больше, чем в 2022 году. За этими показателями ежедневными и добросовестный труд наших региональных предприятий по производству упакованной воды. Отдельные слова благодарности им за огромный вклад в развитие экономики региона и республики в целом. Уверен, наши производители сбавлять темпы не намерены. Впереди их ждут новые цели и новые успехи, отметил Рашид Семрезов.